я хочу собрать коллекцию динозавров. Для коллекции мне не хватает еще 2 динозавров. Можно прикрепить динозавриков к одежде. А подари мне одного. Выбирай. Вот этот мне понравился. Дарю. А я его помещу в свой маленький зоопарк. Цап-цап-завр. Смотри, какие у них острые зубы. Рома, пойдем поможешь мне сложить дрова. Пап, ты видел, я коллекцию цап-цап-завров собираю. Отлично, потом покажешь. Вот смотри, складывай эти дрова вот сюда. А я пойду дальше пилить. Ух ты, динозавр. Это кто там ходит? Хелпик, ты видел? В доме кто-то ходил? Эй, ты где? А куда делись мои остальные цап-цап-завры? А ну-ка стоять! Папа, скорее задерживай преступника! Холодно! Хочу домой! Как же холодно! А ну-ка стоять! Это что? Это не я! Это домовой! Домовой? Да! Он забрал 2 цап-цап-цавров и дрова все перевернул! Ты если не хочешь мне помогать, так и скажи! Я тебе сейчас докажу, что домовой существует! Что тут можно перекусить? Ням-ням-ням-ням! Сюда, папа! Смотри, смотри, там мои цап-цап-завры! Сейчас я их заберу! Где мои цап-цап-завры? Кто посмел разозлить меня? Я же тебе говорил. Получайте! Держите! Вот вам! А! Он же сейчас здесь все перевернет. Погоди, кажется, я знаю, что домовые любят сладости. Есть идея. Что такое? Эй, откройте! Классно мы его разыграли. Будет знать, как чужие игрушки забирать. А ну-ка, скорее откройте! Точно, нужно приседать. И так, вот так. Рома, разве тебе не жалко домового? Нет, конечно, он же съедает все сладости. А еще забирает чужие вещи. Но он охраняет дом от преступников. Вот представь, в дом залез вор, а домовой хватит и прогонит его. Что здесь можно украсть? Получайте! Держите! Вот вам! Ой, ой, не трогайте меня! Бегу, бегу, все, убегаю! Так-то да, Хелпик, придется помириться. Домовой, давай мириться! Все, не буду! Да ладно тебе, возвращайся, будем жить дружно! Ну хорошо! С вас 3 торта, 5 пирожных, 10 килограмм конфет. За что? Чего так много? И 7 литров варенья. Ладно, заходи, сейчас что-нибудь найдем. Вот это проглот.